Привет, друзья, с вами Скай, сегодня мы продолжаем играть в игрушку Goblin Treasure Hunt. В этой игре нам предстоит дальше доколачивать сундуки, и сегодня я надеюсь получить всех персонажей, топовые шмотки и все остальное себе в распоряжении. И, наконец-то, так сказать, допройти эту игру. У нас лимит, мы прирос по лимиту в очкам. Как это произошло, я даже не знаю. Что же мы купим себе? Так, сделаем еще более крутой сундук, добавим количество слотов. Дальше, что нам еще не хватает? Lose attraction, давайте возьмем вот это вот, и у нас не осталось почти денег, поэтому мы идем что делать правильно? Фармить! Чем больше мы нафармим, тем лучше. Это игрушка, которая вам очень понравилась, надеюсь, вы поставите ей лайки, и будет все прекрасно. Так, давайте просто фармить большое количество всяких шмоток, для того, чтобы побеждать врагов. Чем круче мы, кстати, тут у нас небольшие апгрейдики, мы, оказывается, вот так вот можем сделаться уже. Видите, у нас белые крылья, а можно сделать из него крутого чувака с черными крыльями. Гоблин дьявол. Не знаю. Но я хочу открыть крутых юнитов, которые открываются дальше. Они, конечно, ничего не дают, кроме визуального представления игры. По-моему, еще можно открыть задник, да? Нет, 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 задник нельзя открыть. К сожалению. Жаль. Очень жаль, если бы можно было открыть еще задний фон. Было бы вообще круто. Так, денежки собираем, 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 собираем. 40 тысяч. Что мы на них можем купить? Ага. Давайте Iron Fist возьмем. И еще раз Iron Fist. Круто. А мы еще раз можем его взять. Прикольно, не ожидал. Чем больше кликаем, тем больше золота. Чем больше монеток, вот по 6 мы, видите, собираем, тем круче для нас. Феи нам помогают, но они, конечно, не такие и полезные существа, как я уже определился с этим. Поскольку они, лошарят вообще по-конкретному. Сейчас нам будет вот эти все денежки слить, наверное, в шмотки. Посмотреть, что у нас там по шмоточкам. Так, давайте, собирайтесь, собирайтесь. Бабло, собирайся. Ну, как, что ж так долго-то, давай, 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 давай. Так, 25. Мы выбили все, что могли. Собираем, смотрим. Шлак. И это тоже шлак. Да все, блин, какое-то ущербное Г попадается нам. Вот, может, среди этого здесь будет что-то крутое. Блин, зелье, щит 3 уровня. Ну, у нас же щит 4 уровня, зачем он нам? Лук, неплохо, наконец-то начали падать луки. Стрелы, видимо, к ним же. Какая-то еще хренотень, собираем и это. И что у нас тут? А опять бесполезный хлам. Ну как, он полезный, видите, сколько бабла мы за него получаем. 8, 20, 8. У нас есть более крутые шмотки. Кстати, коль у нас есть отличные шмотки, пойдем. Уничтожаем вот этих элитных скелетонов-лучников, с которых падают нам монетки, за которые мы можем зарабатывать новых персонажей. Я надеюсь, у нас все получится. Мы сейчас накромсаем кучу этих лучников и прочих гадов, чтобы получить кучу этих кристаллов. Ведь у нас дамага не хватает для того, чтобы нормально их пробивать и получать кучу бабла. Но для этого нам придется вложиться реально огромными суммами. Ну, пока у нас есть кристаллики, которые мы должны собрать тоже. Так вот, видите, раз, собрали, и дальше его лупить. Мы должны его успеть за 10 секунд убить, но это, по-моему, нереально. Надо переоснащать персонажа, сделать его куда более крутым. Но у нас это, видите, не получается. Надо, значит, больше, больше, больше вкладывать в сундуки и все прочее. Эх, надеюсь, я заработаю на 500 на White Tiger. Я так надеюсь. Или на новые... Дьявольские крылья, прям дьявольские, не просто черные кого-то. Так, фигня, а вот там последние-то, которые крутые такие. Так, давайте посмотрим, сколько мы заработали. 376, а не 500. Red Wings, да. Ну что, идем дальше фармить. Кликер-то у нас такой. Мало того, что мы там фармим, мы еще и здесь фармим. Блин, сколько фарма в нем, вы просто не представляете, огромное количество фарма. И это все очень хочется заполучить, забрать себе. Но я думаю, за сегодняшнюю серию мы допройдем этот кликер. И надеюсь, заслужил лайки, да? Больше лайков, больше крутых игр. Не забывайте это. Давай. Блин, аж игра подлагивает что-то. Давай, 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 давай. Ох, по 4 падает. Отлично. Главное его убить. Можно быстрее, давай. Разгон, больше, больше, быстрее, 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 быстрее. Я, кажется, не успеваю даже. В любом случае, на. Он все равно круче меня. Прискорбно это признавать. Как какой-то скелетон кроссбоумен тебя побеждает. Как нифиг делать ему. Так. Заполучим это все. И пойдем посмотрим. 612.
White Tiger или Red Wings? Что же круче? Белый тигр, белые крылья, поехали! О да! Он смотрится уже куда более брутальным чуваком, который может, ну, как минимум, надавать по шапке кому угодно. Так, давайте посмотрим, что у нас тут можно прикупить. Ох, сколько всего тут. Сундучатина, Lucky Chest. Блин, как дорого стоит все это. Все это чудо. Так, максимальный дамаг повышает. Так, закажу за время. Даже не знаю, давайте грязный прием покачаем. Мне кажется, он куда более нужная билка. Ой-ой-ой, простите за эти звуки. Надеюсь, вы их не слышали. Так, лупим с огромной силой, скоростью и всем прочим. Наш тигр разламывает этот гребаный сундук, и из него все валится и валится. И не хочется вываливаться еще побольше. У нас же, типа, более крутой перс. Почему бы не просто не дать нам кучу всего и сразу, чтобы выпадывал? Нет, это же у вас белый тигр. Вы недостойны. Не знаю. Логика только такая у меня остается. Давай же, лупи. Лупи. А, кстати, 2000, 2500 надо накопить. Всего каких-то 2500 для орка. Ой-ой-ой, сколько баблища-то, а. Мы его должны собирать вот так вот. Быстрее собирайся, ну собирайся. Деньги-то неплохая вещь в этом мире. Потому что чем больше бабла, тем ты более крут. Вот так вот тут все работает. Что сейчас все это бабло мы вложим. Вот, вот в это барахло. И сейчас начнем опять. Продавать. Потому что ничего нам не подходит, потому что вещи какие-то дропаются, полная г. Кто бы знал, что если такое дропается, я бы вообще не полез сюда. Моргенштерн, даггеры, палки. То же самое, что уже есть, падает. Просто зачем? Падает что-нибудь хорошее. И нужное. Главное, нужное. Я дурак только что продал пушку, которая была мощнее, чем моя. Блин. Надо было лучше разглядывать. Ну, что поделать. Поздно метаться, посмотрим. Так, все барахленью продаем, еще раз продаем. Отлично. Можем дальше пойти покопить. А что-то мы заработали, а? Так, тут все слишком дорого. А давайте-ка больше бабла сделаем. Эй. По 7 валится? Ой, все хорошо, поехали. 7 монетка, это всегда хорошо. Чем больше монет, тем круче. Сейчас у нас этими серыми 7-монетными купюрками, монетками, мы заспамим тут просто все и начнем собирать бабло. Потому что 7 это гораздо больше уже. Потому что в каждой монетке такая прибавка жесткая. Офигеть. А феи что-то вообще медленные и бесполезные такие создания. А вот мы сначала синие собрали, а вот теперь у нас пошли уже семерочки. Шестерочки насобирали. Ну, заметно побыстрее становится. Ну, был бы у нас пылесос какой-нибудь, что прямо здесь стоял такой. О, все, бабло себе вкачал в себя. И такой, о да, это было изи. Да нет, нет. Да, неплохо. Go to battle. Давайте попробуем его завалить, ну, поскольку уже качнули чуть больше крит. Может быть, у нас тогда получится с критом новеньким. Потому что у нас должно хватить скорости закликивания его. Нет! Давай же, я хочу тебя снести, просто хочу тебя уничтожить. Может, хватит моего скорости кликать? Давай, кликай. Ну что ж, чтобы делать-то такого? Такое ощущение, что у него хп вообще какое-то такое. Собираем монетки. Давай, собирай все уже. И давай дальше его лупить. Чем больше мы его лупим, тем больше из него всякой хрени вываливается. А эти зелененькие кристаллы мне нужны как минимум 500 штук. Чтобы купить себе крылышки. Да. Крылышки вещь такая, в общем, прикольная. По крайней мере, пафосности добавляет. Ну что, забираем вот это вот. Вот это вот все забираем. И дальше лупим, лупим. Уничтожаем все, что у него там есть. И окей. Сколько? 372. Блин. Нет. Давайте больше бабла, больше всего остального. Лупи ты уже этот сундук, разорви ты его нафиг. Посмотри, какое это огромное существо. Что ты просто не можешь порвать этот сундук. К чертям и забрать все из него деньги. Просто высыпать себе, не знаю, в глотку его. Что иди, сучка, какой бред. Ну да ладно. Эта игра явно не кладезь знаний какая-то. Блин, еще немножечко не хватило для того, чтобы получить этот рарный сундучок.
400 тысяч. Стоп. И вот они все как это представляли? Ой, где эта фигня? За 50 тысяч. Вообще нормально. Тут же полтишатник с меня забрали. Такие нормально. Лимит тебе снимаем и все. Не переживай. Вот гады. 100 штук копить. Снова копить 100 тысяч. Ладно бы они падали с каждого клика, их еще вот так собирать надо. Ну давай же, давай. Собирайтесь. Я вот мушку пока здесь оставлю. Все вытягивает сюда. Давай. Больше, 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 больше всего. Давай, 110 тысяч. Нет, их не хватило. Давай, кучи, мне нужно больше кучи. Соберите их, гребаные феи, быстрее. Так, почему феи вообще гоблинам, тиграм и прочим чудесам помогают? Я не понимаю их мотивации. Вот, откровенно говоря, очень не понимаю их мотивации. Lucky chest. А, отличненько. Так, а мне казалось, lucky chest это как раз... Так, у меня мозг поплыл. Что давал Lucky Chest? Повышает шанс найти рарные хренотени. Так, я понял вас. Понял, 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 понял. Вот так, инвентарь полный. Нет, никаких баклеров. Тоже бесполезная шнянга. И еще бесполезная, и еще бесполезная. И ты бесполезная. Палка? Зачем вообще? Копье. Вот. На копье возлагаю надежду. Нет, я ошибся. Ох, уровень сундука нам бы поднять. Было бы все куда круче. Ну, на это нафармить, фармить, еще раз фармить. Я так думаю, что сегодня мы все-таки не успеваем нафармить все нужное нам количество. Мы открыли несколько персонажей. Давайте откроем крылышки тогда. Поскольку у нас никакого другого выбора не остается, как хотя бы крылья открыть за эту игру. Офигенные крылья, это будет очень просто круто. Так, сейчас снесем этого скелетона. Ну, и не снесем его, по крайней мере, нафармим с него чего-нибудь. Видите, он сопротивляться пытается, но мы его просто долбим, и с него вываливаются зеленые кристаллы, и не знаю, что с ним. Вот испугом, может, он их воспроизводит, так сказать, одним местом. Так, надо еще больше. Дропай больше. Чем больше ты дропаешь, тем будет лучше. Тут действует та же система, что и с монетками. Мы просто надропываем огромное количество этих кристалликов зеленых и такие, о, радуемся жизни, у нас куча этих зеленых кристаллов, мы получаем и еще их больше. О, и валится, 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 валится. Аж мотивация кликать просто по бешеному, это, добавилась мотивация, я просто хочу пройти его. Я ненавижу этого кроссбоумена. Давай, совсем чуть-чуть тихо, тихо. Давай, ну хотя бы крылья, ну крылья, я тебя молю. Крылья, крылья, крылья. Да! У нас есть крутые крылья красного цвета. Ребят, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И чем больше лайков, тем больше вероятность крутых игр. И, возможно, мы даже допройдем эту игрушку все-таки. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.